Додати життя яскравих фарб, підкреслити індивідуальність, змінитися – все можливо у програмі «Красотка». Вітаю з вами, Дар'я Сидоровська. Ми починаємо нове перевтілення і йдемо знайомитися з нашою новою героїнею. Євгенія, 45 років, адміністратор телеканалу ОНТ, улюблениця колективу і чудова мати. Сьогодні наша героїня Євгенія, вона адміністратор телеканалу «Общественное независимое телевидение». Зараз ми познайомимося та дізнаємося, чому вона вирішила приймати участь у програмі, що її спонукало і чи хоче вона змінюватися. Євгенія, якщо ви вирішили приймати участь у програмі, це означає, що ви чекаєте якихось змін. Яких саме змін ви чекаєте? Наверно, самих положительних емоцій, прежде всього. Потом, каждая женщина в душе хочет изменяться. Сейчас весна, и тем более душа просит изменений. И я готова на любые изменения, даже кардинальные. Евгения, в конце программы мы подивимся, чи збігнеться те, що ви очікуєте, з тим образом, який для вас творять. Я пропоную розпочати з стоматологічної клініці АВАСА. Там ми займемося вашими зубами. Добре. Ми починаємо перевтілення. Kind of cool. It's kind of. Здравствуйте. Мы рады видеть вас у нас в стоматологическом центре. Сегодня мы займемся профилактикой. Сегодня мы будем делать профессиональную чистку зубов. В идеале профессиональную чистку зубов нужно выполнять раз в полгода. Эта процедура довольно-таки безболезненная и приятная. Вы уходите с нас со свежим дыханием и с гладкими зубами. Unconsciousness besets my soul. Oh. Замечательное ощущение, ощущение, как будто совершенно новые зубы. Хочется улыбаться. Спасибо большое. Замечательно. It's kind of cool. Образи, які створюються для наших героїнь, не тільки вдало підкреслюють фігуру, очі чи характер, але й звільняють внутрішній світ кожної жінки. Зараз наш межмекер Наталія в ресторані Че Гевара вирішує, яким буде цілісний образ Євгенії. Здравствуйте. Очень приятно с вами познакомиться. Как вас зовут? Меня зовут Евгения. Меня Наталья. Очень приятно. Евгения, скажите, пожалуйста, что вас побудило принять участие? Вам было просто интересно? Вы испытывали... Нет, не просто интересно. Мне очень понравились программы, те, которые я смотрела, и мне ужасно захотелось с вами познакомиться. И чтобы к моему образу приложил руку профессионал. А еще мне очень понравилось в программе, вы знаете, наверное, финал, когда видишь искры в глазах героинь, улыбку, преображение, и девушка чувствует себя просто королевой. Это было потрясающе. Вот хочется попробовать на себе ощутить вот эту вот эйфорию такую. Понятно. Расскажите немножечко о себе. Чем вы занимаетесь? Чем я занимаюсь? Я работаю администратором на телеканале ОНТ. Это общественное независимое телевидение.
В вашей работе частое общение с людьми, представителями других профессий, специальностей, да? Конечно, да. И поэтому хочется, конечно, выглядеть как-то соответствующе. Вот. И общение – это самое главное. А еще я мама двух очень взрослых, замечательных детей. И уже 2 года теща. Поэтому рядом в окружении молодежи мне хочется тоже быть привлекательно, интересно, не разочаровывать своих близких. Чувствуешь себя моложе, конечно. Ну, конечно, потому что близкие всегда радуются, когда мама, красавица. Да, мы вместе всегда проводим очень много времени в молодых компаниях, с их друзьями, поэтому, естественно, я себя тоже чувствую моложе, но и хочется вот стильно выглядеть всегда. Цветом волос вы согласны расстаться? Согласна. Я очень люблю эксперименты, поэтому я хочу довериться вам полностью. И я вижу вашу работу как работа художника. Вот вы создаете какой-то красивый образ, и мне это настолько интересно, какой будет вот картина финальная. Поэтому я готова. Не страшно? Ну, немножко, может быть. Знаете, ну, как обычному каждому человеку, ты привыкаешь к какому-то своему стилю, к своему образу, к своему цвету. Тебе кажется, что тебе это все хорошо. Может быть, где-то немножко есть сомнения. Ну, можно попробовать. Я вас буду поддерживать, не только менять, но и буду поддерживать вас немножко морально. Надо будет, подержу за ручку. Хорошо. Так что вы не переживайте, Женя. Хорошо. Ну что, вперед за красотой. Да, обязательно. Наталья Андреева. Имиджмейкер проекту «Красотка». Фахівець із стилю. Засновник і керівник студії іміджу «Преображення». Отлично. Вот, любимый синенький. И розовый. Как бы нет, а вот желто-оранжевый, отлично. Мне нравится. То, что большинство клиентов любят. Вот, супер. Кстати, пару прядок можно сделать. Как хорошо, когда мы друг друга с полуслова понимаем. Вот чуть-чуть тепла давай, потому что все-таки холодновато. Сюда слегка тепла, сюда чуть-чуть. И вот эти 2 тона. С чем вы готовы расстаться? Я? Совсем. Совсем. У нас человек рисковый очень, да. Абсолютно. Мы сегодня расстаемся с нашим гостем. Чтобы стрижка меня молодила и легко укладывалась. И легко укладывалась, чтобы я могла... Хоть ежик. Да, ну, его, видно, чтобы нужно она подчеркнуть. Могла, да, прямо фактуру подчеркнуть. Да. Ну вот я дать... еще доживу лет до 70 и буду кучерявая. Наконец-то я к 45 начала видеть. Да. У нас будет совершенно новая девушка. Минус 10 лет благодаря цвету стрижки. Каким будет полем? Кого ты знаешь? Пусть это будет интригой. Пусть это будет интригой. Да. Евгения, вы для меня готовы извиняться? Да, конечно. Я для этого пришла в эту программу и готова на любые эксперименты. Я доверяю мастерам и стилистам.
Євгенія, щасливий вік для жінки – це час, коли вона знає ціну собі та своїй красі. Має бажання її користуватися. Вже прийшов час, аби ви себе побачили новою. Я готова. Рахуємо. Один, два, три. О! Да, неожиданно. Но мне нравится. Здорово. Очень хорошо. Наталья, ваша. Я довольна. Я очень довольна, потому что выровняли цвет лица за счет цвета волос. Великолепно оформили стрижкой овал лица. Но остальное мы дополним за счет одежды и украшений. Мне нравится. Очень даже так интересно. Евгения, пиши одеваться. Пошли. Наталя підібраний образ – це гарантія успіху. У магазині «Атенто» Наталя підбирає образ для Євгенії. Наталя, ви обрала для Євгенії три образи. Який перший? Ну, у нас всі образи між собою перекликаються. І єдиним, наверное, во всіх костюмах стало те, що я хотіла дуже показати, що жінки можуть собі дозволити не боятися світлих тонів одежди.
У нас почему-то принято издавна, что только черные стройнит, только черные костюмы можно носить в офисные помещения. А так как она, Евгения, занимает у нас должность администратора медиахолдинга, я предложила ей элегантные комплекты в светлых, серых, бежевых, нежно-сиреневых цветах, которые, с одной стороны, подчеркивают ее образ, моложе делает немножко, отвлекает внимание, может быть, от синячков под глазами и делает светлее, нежнее тон кожи. Ты, как бачишь себе жінка у дзеркалі, и ты, как ее бачит ті, хто навколо, чи завжди воно співпадає? Ну, вы знаете, очень часто женщины настолько критичны к себе, что они найдут те изъяны, которых окружающие не видят. Поэтому есть очень хороший совет. Женщина, когда смотрит в зеркало, не стоит очень близко вот так в зеркало рассматривать все свои морщиночки. Лучше отойти где-то на метр, посмотреть на себя в зеркало, расправить плечики, гордо улыбнуться и сказать себе: «Здравствуй, красавица!» Аби підкреслити індивідуальність Євгенії та додати їй розкішних вражень, ми завітали до салону хутра та доблянок «Оскар Фюр». Адже кращі друзі жінок не тільки діаманти, але й хутра. Очень приятно. 18? Нет, извините. Спасибо. Не узнала, кто это. Кто это женщина? Кто это? Я это. Мама ваша. Мама ваша. Ваша не обосрана, домашний кабинет. Ты. Спасибо. Ну что, мама наша, будем тебя долго это самое не узнавать. Долго не. Ну не пугайся, главное, нет? Не страшно? Хорошо? Нет, хорошо. Очень хорошо. Необычно, разве что. Необычно? Этого мы и хотели, да? Какой-то необычности, что-нибудь такое, что было интересно.
замечательный день, очень насыщенный, очень эмоциональный, очень, скажем так, разнообразный и какой-то такой стремительно пронесшийся. Я думаю, что он запомнится мне точно надолго. Мне очень понравилась вот эта интрига, когда мне не показывали, какого цвета я буду, что со мной будет. Полностью было все... Я доверилась полностью профессионалам. И я очень рада, что получился такой неожиданный для меня результат. Но приятно. И думаю, что моим всем тоже очень понравилось. Спасибо большое. Спасибо за все. Сьогоднішня наша героїня Євгенія довела, що не потрібно боятись змінюватись, тому що це завжди приносить тільки найдивовижніші відчуття. Запам'ятайте анкети на участь у програмі «Красотка» у наших партнерів або на сайті rename.tv. З вами була Дар'я Сідоровська.